Идем кататься на зубчатом трамвайчике номер 10. Идем по улице до Гербера. Сейчас повернем направо в переулок и пойдем до зеленой дорожки, до Марининплац. Спускаемся по Марининштрассе до зеленой дорожки. Зеленая дорожка — это там, где ездят велосипедисты. Для них специальная дорога целая. Вот уже видна зеленая дорожка велосипедистов. Сейчас выйдем на нее и пойдем направо. Идем дальше через перекресток. Наверху видна гора, лес, там телебашня. Проходим пивной завод знаменитый. В магазинах это пиво очень распространено. Идем дальше. На этой улице много магазинчиков прикольных, секондов. Спокойная улочка. Зеленая дорожка выводит на центр площади Марининплац, на которой очень красивый фонтан. Он то включается, то выключается. В жару здесь очень хорошо отдыхать. Можно поближе подойти и побрызгать на себя водичкой. Рядом с фонтанчиком вот такое интересное дерево. Стоит уже 10-й трамвайчик, ждет. Сейчас побежим, если успеем, сядем. Зубчатая рейка вот это идет посередине линии трамвайной. Нигде не прерывается. Прервать ее нельзя, потому что если она прервется и опять где-то начнется, колесо может наскочить на зуб этой рейки и поломаться. Поэтому эта реечка зубчатая лежит вдоль всей трассы трамвайчика. Сели на трамвайчик. Сели. До отправления одна минутка. Все, сейчас отправимся. Дорога очень крутая, идет в гору. На этой горе телебашня. Уже ее вот немножечко видно. Идем наверх по очень красивой улочке в направлении телебашни. Прошлись по улице. Дальше эта улица идет в гору к телебашне. Идти очень далеко, поэтому возвращаемся назад. Назад поедем опять на 10-м трамвайчике зубчатом. Пришли опять к зубчатым рельсам, к остановке трамвая. Остановка одна. И вперед, и назад. Один трамвайчик ходит. Сейчас будем ждать. Вот он уже едет. Да. Садимся в трамвайчик. Wielandshöhe. Bitte umsteigen. Bitte links aussteigen.
подъезжаем на конечную Мариенплац. Сейчас таки рассмотрим фонтанчик. Он работает то выше вода, то ниже. В жару здесь вообще прелесть. Часто сюда приходим погулять. Такая сеточка, видно дно. Фонтан. О, включили больше. Выключили. Сейчас минутку постоит и снова включится. Супер. Снова идем домой по зеленой дорожке. Заблудиться невозможно. Всего хорошего, друзья!